Свежий номер «Одинцовской недели» уже приехал в город из типографии. Обо всем по порядку. 3 дня на выборы. С 15 по 17 марта пройдет голосование за президента России. Рассказываем о правилах и особенностях. В округ пришла весна. Ожидается длительное половодье выше нормы. Пожарные проверили готовность техники и слаженность экипажей. В понедельник начинается Великий пост. Как не поддаться соблазнам до Пасхи? Мы узнали у жителей, придерживаются ли они церковной традиции и какие продукты исключают из рациона. Великий пост лучше не питаться мясом, яйцами, маслом. Все, что животного происхождения, лучше исключить из своей пищи. Мясные, рыбные, потому что это Великий пост. Молоко, ну, продукты животного происхождения. У нас как бы диета постоянная, поэтому у нас постоянный пост. К посту отношусь положительно. Я, к сожалению, не соблюдаю, ну, по собственной слабости. Вот. А так всем верующим сил. Одинцовские фигуристы покорили зрителей русского вызова. Свежий номер «Одинцовской недели» можно взять на наших фирменных стойках, а электронную версию прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи!